Смотрите, в этих бассейнах содержится маточное стадо. Соответственно, эта рыба с нее получает икру. Вот видите, самка русского осетра проплывает. В ней порядка где-то 20 килограмм примерно. Вот белуга 110 килограмм весом, вот плавник торчит. Сейчас Александр нам показывает, вот где... Калуга. Вот это Калуга. Да, вот белуга, белуга. А вот белуга. Ты по цвету отличается. А сколько в этой килограмм? В этой сколько килограмм? 85. 85 килограмм. Ну, это я говорю, я угадал по весу. Вот калуга, самец молодой. Вот это белуга. Самец калуги. Это белуга. Здесь же плавают самцы, их видно. Они вытянутые, довольно-таки тощие. Из них берут также половые продукты для осеменения. Они красавцы сидят. Ну, а нам икру уже загрузили. Поехали в Саратов.